Именно в этом учебном заведении он начал постигать азы дзюдо. Только благодаря труду преподавательского состава ему удалось добиться больших результатов, считает спортсмен. Эта встреча для меня большая радость. Волнение тоже присутствует. Ведь именно здесь и начинался мой путь в мир большого спорта. Теперь впереди у меня Олимпиада. Задача только одна – завоевать золото. Преподаватели и школьники тепло встретили именитого борца. Специально для этого события они организовали концерт и постановочные номера. Ильдос – моя гордость. С первых дней в школе он выделяется своей воспитанностью, особой харизмой. Каждый раз слежу за его выступлениями. Бывает, переживаю очень. Самое интересное, что одноклассником Сметова является другая наша олимпийская надежда – тяжелоатлет Жасулан Кадырбаев. В этой школе обучалось несколько поколений казахстанских чемпионов мира и Олимпийских игр. Сегодня здесь занимаются более 600 юных спортсменов в более чем 20 видах спорта. Ажар Оразбай, Жан Курмашева, телеканал «Алматы».